Hey, yo, guys, с вами Шимики, и да, я пришел к этому торговцу. Мы получать с вами, давайте я по-другому карту открою лучше. Мы сейчас получать с вами в грибном мире, да, ну, локация грибной. Сейчас купим все, что у него есть, спустимся вниз, спустимся довольно очень вниз до королевских стоков, потому что нам нужно найти кислотную херь, чтобы мы могли тут вот переплыть к нашему вот второму предмету. И да, и заметочки вот теперь, где можно их ставить, так, видите, красный вот это, короче, как-то так. Купить. Давай, 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 давай. Хрупкая сила. Тогда она стоила дороже. Или мне кажется. И они здесь есть. Да, еще. Пока я сюда спускался, думаю. Типа аж начальная локация, да, все нормально будет. Начал я спускаться, я чуть не сдох. Понимаете? Там такой пиздец уже начался. Просто невозможный пиздец. Там новые враги появлялись. Конечно, не очень жесткие, но... Новые есть новые. Вот эти, помните, мухи, которые мы встретили в Колизее, которые типа пуляют херни какие-то. Вот одна такая была. Даже до хера. Ой, так спорные хери. Надо текать. Ох, дружище, тут так спокойно, не правда ли? Такое прекрасное место для отдыха. Принять вызов. А, блин, я даже не знаю, слушайте, я вытянул. Давайте. Я как раз. Ну, я что, отказался? Что? Еще раз. Постой, дитя, зачем явилась ты сюда? Желаешь обуздать эти дикие разрушенные земли? Многие хотели очистить это место от скверны, но всех, кто приходил, оно в конце концов поглотило. Да, все дикие жуки, что носятся под нами, они были горды, подобно тебе, но теперь же они стали чудовищами. Бойся, призите славе, дитя. Уходи и не возвращайся сюда. Вау! Вау, вау, вау! Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Не, босс на самом деле довольно... Ну, не очень сложный. Ай-яй. Главное вовремя
попадаться вот эти хери. И готово. Мы помним старейшину. Так, 300. Сейчас сколько? А, за него сотку дали. Так я не думал, что он тут вообще есть. Алло. Он даже тут не был отмечен. Ну ладно. Почему бы нет? Я что, выше начал прыгать или что? Так, королевские стоки. Как мне так спуститься бы? Так. А не. Я подумал, что уже врагов нету. Так, мне нужно вниз. Вниз, 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 вниз. О, до свидания. Опасные грибочки. Ой. А, это ж... Они мне ж уважение, да, дают уже все. Дают мне уважение богомольное. Потому что они поняли, кто здесь батя. Блин, мне даже их убивать не хочется. Если они поняли свою проблему. Ах. Так. Сейчас спустимся вниз. Током. Да? Теперь нужно пойти под локацию нам. А где у нас под локация? Это... А, вот... А, у нас там еще два прохода, я вижу, есть. Ладно, короче, нам нужно ровно идти. Мне нужна эта кислотная херь, потому что я хочу в кислоте уже плавать и не думать ни о чем. Я буду просто в воде плавать как... Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Куда мне идти? Вниз тогда. Так, вниз это понятно. Мне тут еще наверху есть локация, в которой я не был.
Да ладно, коснуло. Тупые комары. Так. Ауч. Золотишко. Так, сюда я еще не ходил. Здесь я еще не был. Или был? Осмотреть. Ушел проветрить, скоро вернусь. Если у вас есть что-то срочное для продажи, ищите меня в фонтанной площади. Ничего у меня для тебя нет. А, это торговец, который покупает дневники и вот эти печати всякие. Я тебя вспомнил. Так, я здесь, да, я здесь. Ладно, плевать. Я не знаю, где он говорит. Так, под локацией ниже, что ли? Где там еще ниши? Понятненько. Вот здесь то, что мне нужно, ребята. Так это еще нужно найти. Давай, вставай. Давай, вставай. Так, погнали в эту сторону. Блин, у вас что-то попало? Ресничка? Я слышу тебя. Я слышу тебя там. Ладно, значит, я этого слышал. Так, раз, два, три. Не, ну я их быстрее убиваю. Так, все отлично.
Так, стоять, а тут что за проход? Так, ладно, сюда я сейчас еще вернусь. Давайте я в другую сторону пройду. Ой, блядь. За что мне дали? Что, ничего не было? Тут, оказывается, изначально ничего не было. О, нифига себе. Ну ладно, погнали сюда. А, поехали. Да, кажется, все. Что это у нас? Термогнездо. Что ты даешь? Живой амулет из нутра трематки. Превращение мстительных дух в орду летучих и кусачих термомальшей. Мстительный дух, это типа наша вот эта черненькая душонка, да? Кайф. Чё, народ, минус босс, да? Минус босс. Это хорошо, что я его сразу начал бить. Так, и здесь мы где-то тоже проходик открыли. Вот сюда вот. Ох, а видите оно, когда же это? Двонизма вместе. Ой, черт. Я вообще дамаг не хотел получать. А, мне все равно сюда пришлось спускаться. Ради сундука. Получается, что да, ради сундука. Я могу сейчас еще и сдохнуть. Ил, пожалуйста. Я отдыхать не хочу. Фу.
Ой, блядь, 2 хп. Ладно. Выгребная яма. Посмотреть. Кокон запертый на простой замок. А у меня простого ключа нету. Вы мне хотите простой ключ дать? Бля. Где мне его искать? О, это грибная локация. Так. Потихоньку буду хилиться так. Мне нужно как-то долететь, да? Disney is real. Я не могу отсюда выбраться. Прошу, помогите. Я не могу отсюда выбраться. Он зацепляется, но не хочет от стенки отскакивать. А! Он зацепился, значит не все потеряно. Тут главное рассчитать. Вот, видели? Даже без двойного прыжка можно как-то... А ну блин, почему ты не отскакиваешь? А как мне... Я просто отсюда уже не выберусь, ребят. Я пошел в дорогу в один путь. И главное, что отсюда тоже никак не допрыгнуть. А можно?
Ё-моё, давайте тогда отсюда пытаться. Четыре. Главное не упасть. Это пиздец будет. А, так это водичка. А я боялся падать. Это оказывается водичка просто. Просто водичка, и я не нашел то, что мне нужно. Run, Джоустен. Да, у меня есть руда, но... Мне нужно теперь в другую часть. Нужно теперь в другую часть водоемчика спрыгнуть. Плевать. Так, босса мы убили. Теперь нам нужно до сюда идти. Только я не знаю, в какую сторону. Думаю, здесь в основном без разницы. Так, мистер Кокульчик здесь у нас спел. Так, нет, не туда пошел. Давайте уже, ладно, добьем эту серию уже до конца. Только дорогу нужно найти. Будет замечательно. Нашел. Поехали. Так. Готово. Где? Моё кислотное агрегатное состояние. Вы издеваетесь, блядь? Я уже все посмотрел.
А, ребят, ждите, короче, я сейчас быстро посмотрю, где находится эта херь, и мы туда пойдем. Короче, народ, я походил, я пришел сюда, а здесь, оказывается, вылез чувак этот навозный. Слушай, о, снова ты, рад твоему возвращению, навозный защитник. Нет, прошу, ничего не говори, я должен извиниться за свое поведение. Полностью моя вина, я принял тебя за одного из тех неразумных менталющих оболочек, но был сражен с грандиозностью источным рыцарем. И? Ах, а тебя исходит гордый аромат правосудия, ты воистину могучий рыцарь. И? Такой радостный и добрый бой, а ведь почти забыл это чувство. Видишь ли, однажды я сам был рыцарем по милости нашего славного короля. Гордо стоял я у трона, наблюдая за тем, как растет и ширится Холонест. А потом начал все эти грести. Горести. Мои рыцари защищали королевство от осязаемого, но бесформленного врага. Как же такого Так, ладно. Наш король пытался одолеть его своими методами, жестокими методами. И все же мы потерпели неудачу. Но что это я? Довольно сгущать краски. Встреча с тобой воодушевила меня. Как же прекрасно встретить воина, с которым можно в равной мере помериться силой. Иди же, могучий воин Холонеста, твоя честь выдержала испытание с доблестью. Да, прибудет с тобой удача в пути. Ты издеваешься? Вы издеваетесь? Он вылез из-за моего запаха только? Парень, мне нужна слеза. Слеза должна быть где-то здесь, по сути. Я вернулся сюда, но я ничего не вижу. Ой, блядь. Ну, короче, ребят. Нужно сердце. С помощью сердца, когда мы сердце заюзаем здесь, как я понял, по... Если вот верить Википедии, да? Где она тут? Слеза измен является рыцарь. Так, чтобы... попасть в рощу измен, требуется победить вонючего рыцаря. Да, мы его победили. Потом после персонаж сможет переключить рычаг, тем самым спустить кислоту из туннеля и получить доступ к подлокации. Мы это с вами сделали. Позволяет без вреда плавать вот эта херь, да, вот эта слеза измы. Так. А как мне ее получить? Вот. Скрытый сад, куда можно попасть через туннель шипов на восточном конце королевских стоков. При использовании кристального сердца. После победы над навозным защитником. Здесь же вы можете найти слезу измы, которая позволит герою плавать в кислоте. Да, классно, да, вот? Королевский сток. При использовании кристального сердца. И смотрим, что такое кристальное сердце. Кристальное сердце я смотрел, это у нас херня, которую нужно добыть. Будто в кристальных шахтах. И все, получается... А там мы тоже не можем пройти из-за того, что у меня нету рывка, нету двойного прыжка. А двойной прыжок под вашему я как добуду? А никак. Двойной прыжок я никак не добуду, потому что мне нужно убить какого-то разбитый сосуд, враг. Ну, босс это, скорее всего. Но его можно тоже встретить только в, получается, древний котлован. Древний котлован мы с вами ходили. Ну и там же, понимаете, дело в том, что там закрыто, нам не попасть. Никак, я не знаю. Может, я какой-то там момент упустил. Ну, можно будет потом сходить, посмотреть, в принципе. Еще раз полазить. Ой, ладно. Давайте тогда на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.